Здравствуйте, ребята. Короче, друзья, сегодня у нас уличный стримец. Вот, мы сегодня собрались. Я, блядь, в подходящей обуви, конечно же. Мы очистили землю. Вот, землю. Вы даже ничего не знаете. Локация это пипец какая классная, новая. Вы тут еще ни разу не были. Сейчас я вам экскурсию проведу. Начнем с того, где, с основы, типа. С чего вообще здесь все началось? Все началось вот с такой вот землянки. Чуваки сделали в землянку. Частично она, ну, под землей, частично из дерева вот стенки состоят. Там дальше второй корпус, но они не доделали. Территория выглядит вот так, типа костровое место, лавочки вот такие вот, ну, быстренькие, чтобы можно было посидеть. А вот это навес, который мы сделали этим летом. Ну, так как осадки выпали какие-то просто безумные, нам пришлось баннер немножко скрутить. Но в целом они бы выдержали вот такие вот жерди из орешника, они бы выдержали вообще любое напряжение. Вот, и летом, когда дождичек, здесь можно спокойно почилить. Пару раз тут на день рождения отмечали, в общем, классно. Сейчас в земляночку зайдем, посмотрим. Вот. А ты посвети, пожалуйста. А там свет-то есть вообще? Можно там включить свет? Нету. Ну, посвети тогда. Короче, здесь буржуйка там, посвети. Буржуйка, то есть зимой нормально. Смотри, кто пришел! Смотри, кто пришел! Ну-ка, ну-ка! Ну-ка, ну-ка! Друг пришел мой. Хороший друг пришел. Гандон. Здравствуй, Антон. Привет. Тебя один, я надеюсь, в стакане. Тебя один, надеюсь, в стакане. Надейся, надейся. Что? Поздоровайся с подписчиками. Привет, подписчики, всем здорово. Я в этой же куртке, что и год назад, на этом же месте. Каком на этом же месте? Ну, почти на этом месте. Только что сказали, что это новая локация. Лес-то тот же, лес-то тот же. Да, кстати, на самом деле мы прошлые лесные стримы проводили чуть подальше от этого места. Здесь вся такая пушка. Антон, почему ты на мои звонки не отвечаешь? Я тебе ВКонтакте звоню, звоню. Ты придурок, ты можешь звонить по телефону на... Я не собираюсь платить за общение с тобой через ебаные Теле2. Это твои проблемы. Нормальные люди звонят, как бы. Я понял. Я тебя услышал, все. Я тебя услышал. Я тебя услышал, Антон. За ним ТГ. Ты учился в художке? Нет. Вот Алевтина учится в художке сейчас. Ну, с тобой я больше не разговариваю. Ну ладно, я хотел тебе показать, как я там обшил пиджак. Вообще похуям. Ты бы лучше сигареты сходил, купил. Тогда бы посмотрел на твой пиджак. Ну, либо у меня-то есть сигареты. У тебя есть? Ты скрутил немножко? Дашь подымить потом? Блядь, ты что? Вот, ну зачем вообще? А ты можешь скрутить? Классно. На стриме, мне кажется, прям. Классно. Так, ну сейчас потихоньку будем делать угли и приготовим что-нибудь поесть. Что будем сегодня точить? Ну, значит, вот это не замерзайка. Мешаем его вот с этой штучкой. Осуждаем. Осуждаем, но мешаем. Блин, вот эти вот, они же замерзнут скоро, да? Ну, если мы... Колбаски по-итальянски. И чевапчичи. Мне кажется, они уже замерзли. Лента. Ну, они уже, да. Не, вот эти уже все слиплись. Чевапчичи лента. Будем сегодня вот эту употреблять. Ну и несколько булочной продукции. А удобно ли ходить с тоннелями? Смотря с какими. Если брать металлические, то зимой это очень проблематично, потому что мочка оттопыривается, и кровоток там происходит намного медленнее, чем... Вот видите, даже она у меня сейчас красная. И здесь красная. Если металл оденете, то можно вообще лишиться их нахуй, потому что они отморозятся и будет очень-очень больно. Вот. Так что деревянные тоннели или вообще не нужно их носить. Это все больно очень. Вот, кстати, ну я читаю просто чатик там. Короче, смотри. Какие у нас проекты на это лето? Во-первых, вот здесь вот, да, будет стоять тотем в центре. У нас будет, у нас мечта такая с Рамычем, сделать тотем с многосоставной, с осьминожкой, честь вот этого. Вот, короче, сделать осьминожкой тотем, чтобы он здесь оберегал эту локацию, чтобы было интересно посмотреть на него. И летом еще мы с Мишей сделаем лавочки. Такие низкие, широкие, можно, чтобы можно было лечь, полежать у костра. Потому что этим летом мы лежали прямо на земле. Это не совсем гигиенично, как бы, и вещи были убиты нахрен. У нас со своими не приходит, молодой человек. А я посылаю тебя нахуй. А что это? Просто компот? Попробуй догадаться. Ну, типа. Дай покурить. Дай скрутить. У меня одна только.
Ну как ты вот так вот идешь на пикник с одной самокруткой? А нахуя? Я вчера курил. Я сегодня вообще не планирую курить. Я что, каждый день здесь? Дай нам тогда сигарет. Здесь, кстати, есть тир. Если бы его еще видно было, блядь. Да. Вот здесь типа вот тир. А вот там вдалеке, на деревьях, банки прибиты. Здесь можно пострелять. Но только из пневматики. Головы... Не, ну головы это прикольный был опыт, но я сейчас хочу более такие посерьезнее вещи делать, типа панно. Сейчас уже вот одно начал, сейчас продолжим над ним работу, и вы увидите об этом ролик обязательно. А головы это, ну, не, я думаю, что если делать какие-то стрит-арт вылазки, у нас была идея, вот Бумен предложил. Каждое, ну, типа летом вылазки делать еще с гостями, то есть приглашать уличных художников и с ними типа тусить на вылазках. Вот. И чтобы мне там особо не заморачиваться, сделать одну большую работу и наделать макадамчиков, потому что они легки в производстве и как бы... Чтобы не просто ходить всю ночь, как бы одну повесил и потом ходить, бродить, ждать, пока метро откроется, а чтобы еще делом быть занятым, скажем так. О! Смотрите, смотрите, кто идет. Медведь. Раскрыли, раскрыли нас. Типа говорят, что медведь по имени Рама теперь с нами тусуется. По факту медведя и не было никакого. Это ты? Да. Это был я. Поздоровайся с ребятами. Здорово. Ты укулеле принес? О, ты ключи нам сделал всем? Бля, я еще не знал, что это не позвонил. Я ему звоню в аккаунт, что ты мне, блядь? ВК. Ну какая разница, оповещение же приходит. Большая разница, звонки на телефоне. Большая разница, 13 рублей за одну минуту с Теле2? Блядь, Рама, может, позвонил. Мне, что ли, оно надо это было, блядь? Уродец. Я что, знал, что ли, блядь, во сколько вы поедете? Я, блядь, специально из ВК вышел, тут нормально, блядь, своими делами заняться. То есть у тебя не получается оповещение, когда я тебе звоню, да? Не приходит оповещение? Нет, чего ты вообще сделал, если я из ВК полностью ухожу? Хера ли мне должно уведомление быть? Я тогда не знаю. Давай хоть... У тебя Телеграм есть? Есть. Давай, может, через Телеграм связываться. Как мы с тобой дружить-то собираемся дальше, я не понимаю. Ты мне всегда раньше звонил, я тебе всегда... Ну я не хочу... Ну, бля, ну Теле2 у тебя блядские, там, получается, деньги тратить на общение с тобой. Ты что же Теле2? Какой у меня Теле2? У меня Мегафон. Кто вообще в здравом уме, блядь, Теле2 подключает? Теле2? Теле2. Студентики? Дешево. Дешево, очень дешево, блядь, очень дешево, конечно. Звоните ему по 13 рублей. Ну и тебе. Дружите через Тиндер. Знаешь, что такое Тиндер? Тиндер? Ну да, это сайт знакомств. Будем дружить через него. Чё? Будем через него дружить. Если ты меня лайкнешь, конечно. Свайпни влево. Ну он оповещение выключает, там не важно, типа звонить, не звонить. Не хочет включать оповещение. Антон плохой. Это Володя плохой, почему он начал мне плохой? Он не понимает, короче, уже три раза ему объяснил, не понимает. Я понимаю, но просто я не знаю, что с этим делать. Топор есть? Тебе привет передают. Мне нет. Я в Питере 500 плачу. Ну я тоже 500. 500. 550. Надо задонатить на новую варежку. Да, блядь, это... Цены, задонайте на нашивку, блядь, смотрите, как мало нашивок. О, давай, 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 показывай. Задонайте нашивочки. А ты ж меня нахер послал, тебе неинтересно, ты сказал, а? Ну, теперь я передумал. Одевайся, давай. Ёб твою мать. Смотри, смотри. Покажи, покажи, дай посмотреть сюда. Это такая позёрка такая. Антон, ну что ты делаешь? Заткнись и повернись. Black Sabbath, что еще? People Shit, это... Это и Slipknot. Slipknot, да, это Immortal. Как может связываться New Metal с Black Metal и Classic Rock? Это Deftones? Это Deftones или кто? А это что такое? Самое слева. Чувствую. Это Overkill. Нет, вот эти вот, женщина вот это вот. Лицо женщины, это кто? Ему просто женщина понравилась и все. А кто это? Я акрилом просто нарисовал. Просто? Прикол, да. Пинты, если увидел на классе. Позерка, позерка. Позерка. Не слышу, Антон, а то обидишься еще. Да я второй нормальный же где-то же сделал. Там, короче, есть слышишь, нашивки охуенные. Надо. Так, надо за дровами идти. Пантеры, Креатор. Давай топор. Дисчардж, короче, есть. Блядь, вы вообще как пришли на костер без топора. Ну, я думал, что вот этим мы натопимся и нормально будет. Да какой, ну... Ёбанан.
Тем более, смотри, снег какого уровня? Ну, как бы ломится туда в сугробы, что-то не особо. У меня дошка есть, пускай ломится. Ну, у вас неплохая обувь, конечно, но у меня летняя, блядь. У меня она открыта. Ну, нормально. Антошка анализы сволится. Рыжие анализы. Сейчас еще и... Иди-ка ты. Это для того, чтобы волосы рыжее были. Краска, хна. Ты что, наломать веток? Деревьев и... Ну, понимаешь, и наломать их можно, но надо ломиться вот, вот туда, в снега, понимаешь? А это по щиколотку, да по колено, скорее, да, даже. Ничего страшного. Ну, а так это просто... Я понимаю, да, но надо как-то решить этот вопрос. Не бойся, ты думаешь, что у них есть? У нас нет ни ножа, ни топора. Пошли, блядь. С руками уничтожили. Я нож взял с собой. О. Давай. Чуть-чуть порезать надо. Странно. Что странно? Ты ножик взял? А что странного? Ты, как говорил, вот зумеры идут в лес такие. Бля, прикольно, блядь. Давай. А давай костер разведем, давай. А чем? Бля, я не знаю. А давай дрова порубим, давай. А разве в, это, в лесу дрова не нарублены? Ну, да, вот. Нарублены немножко. Понятно. Что? Ультратопор — это разработка, значит, землянки. Ну, рукоять покажи, какая топовая, блядь. Ебать. Ну, хоть что-то. Рубит? Рыжий, это реально викинг. Тебя викингом обозвали только что. Викингом? Да. Блядь, подкачался, что, в баночке. Баночки надо. Этом, лучше бы книжки читал. Я книгу читаю. Какую? Ведьмака второго. Второго? Это как? Ну, в смысле, там дохуя частей. А. Вторая часть Ведьмака. Смешно тебе, блядь? Немножко. Нихуя не знаю, что. Не, вот знаю. Будет, вот получается. Ну... Бля, ну так и написано, Ведьмак 2, да? Ну, вторая часть. О, вот это да! Ничего себе, а это ж не хворост! Это ж вот дрова. Это настоящий викинг идет, блядь. Почти наколотые. Рама герой получается. Рама герой. Что? Я не знаю, он вообще как это, жить собирается дальше, блядь. О, я это заснял. Ничего себе, что это такое, блядь? Что за шерсть? Шерстяной носок. Шерсть? Что за шерсть? Собачья шерсть? Собаки. Конечно. У меня тоже шерстяной, но у меня он выглядит как только верх твоего носка. Вот такая вот вязаная. А это из чего? Собака 100%. Собака бегала, рыжая, заебала, я из нее знашки. Знаю одну такую. Знаю, я тоже одну рыжую, что собака. Собака пила и ела. Сейчас на Соник. Может, на свитер. И перчатки кожаные неплохие получатся. Слушай, сейчас это на Соник Смерть съездит, волосы немножко отрастут. Из них можно носки связать. Ничего нахуй, я их продам. Я куплю. Не тебе, блядь. Я на носки возьму. Просто рыжую собаку завести. Так, держу в курсе. Костя из Екатеринбурга. А, ЕКБ, привет. Салют, ЕКБ. Че нового спрашивают? Че нового? Че нового? Ничего нового. Фашистов победили. Я нашивки дошил. И главу в Ведьмаке почитал, кстати, вчера. Надо угли снизу достать, чтобы... То есть ты, короче, решил встать на путь саморазвития, да? Да. Почему нет? Зал книги. Рисуем уже почаще. Как с мастурбацией дела обстоят? Все пригодно. Неожиданно. Можно мастурбирует там один. Хороший вопрос. Смотрите. Свекольный баблгам. Смотрите, Антон жарит сосиски. И они становятся рыжими. Пойдемте посмотрим на это прекрасное явление. Только он подошел, они сразу, блядь, я вот такой корки все оранжевый. У него пальцы как сосиски, смотри, такого цвета. Антон, как сосиски? Рыбись, рыжий, уже с обеих сторон. Уже рыжий с обеих сторон. Антон, расскажи, как ты докатился до такой прокрастинаторской жизни? В смысле? Ну, вот. Я таким родился. Это моя борьба всю жизнь. Тебе мамка сиську давала? Ты такой,
Не, в школе, кстати, нормально с этим было. Да? Знаешь почему? Потому что я ходил на две секции одновременно и старался учиться хотя бы на четыре. И еще хотелось погулять иногда. Тогда да, в итоге ты было. На тренировке ходил слабо и учился на колда 2 и то дрова, не, да? Не-не-не, нормально все выходил. Да? Ну, прям таким тупым я не вырос, я считаю. Но тут многие, да, спорят, естественно. Поддерживаю. Совсем не тупой. И... Да и в принципе, в спортивном плане, что, у меня все нормально, все хорошо. Понятно, все с тобой. Да и рисую я тоже неплохо, так что, блядь, все не зря. Все хорошо. Антон, смотри, вопрос. Вопрос. Антон, смотри, спрашивает, а почему Антона все стебут? Что он сделал? Хороший вопрос! Это очень хороший вопрос, которым я задаюсь, сука, всегда, как сюда приехал. Ну ты сосиски жарил, сейчас забросил их. Одна из причин. Это одна всего лишь. И то, блядь, че, я? Да ты ж, твоя ж работа. В смысле, блядь? Ты же поставил сосиски. Я сказал, что они рыжают только из-за тебя. Они почернели, блядь. Ну, блядь, одна, две. Половинки всего лишь, блядь. Теперь они все до твоей души. Ну вот ты будешь центральную хавать тогда. Да, блядь, как нехуй делать. Это спектральные сети. Я-то в чем виноват, блядь? Он просто альцгеймер. Кто, блядь, на меня это положил, блядь, эту работу? Я, блядь, не соглашался. Ты сам взял эту ответственность. Ничего я не брал. Я просто... Я пришел руки греть, блядь, потому что здесь дым въебало не это самое, не летит. Отмазывайся, отмазывайся, да, Антон. Булит меня, блядь, всегда. Сколько примерно нужен свободный? Вот как и говорится, почему мы, да, вот идем, Антон, ну, как бы теперь вы все видели. Придется есть горелые сосиски и замерзать в кафе. Да, зато, смотри, говорит, у меня в спортивном плане все в порядке, я умный. Володя, каждый стрим теперь называй буллинг Антона. Надо отдельный посвятить стрим этому. Просто, знаешь, на полтора часика. А прямо сейчас можно переименовать? Буллинг у костра. Да, так и называй, блядь. Все, довели парня, блядь. Уже заплакал, все. Я говорю, трэш стрима, главный герой Антон. Антон, будешь за деньги выполнять какие-нибудь задачи? Интимного характера нет, спасибо. Чуть сразу об этом подумал, блин. Да нет. Как будто он этого ждет, да? Поджиматься там, например, или что-то в этом роде. Съесть желтый снег. Кинуть ящик кого-нибудь. Поцеловаться. Кинуть палку. Жопой в костер сесть там, не знаю. Это бесплатно. Залезть на дерево, прыгнуть в сугроб. Это 1 литр водки делает. Короче, 500 рублей он сделает все, что угодно. Да, водку чистит. Пацаны, да. Говорят, что тебя жалко. Антон, здесь тебе работу предлагают? Работу? Да. Закладчиком, как я тебе показывал, было и нет, нет. Костюм горничный, и ты будешь у кого-то работать по дому. Мне кажется, блять, этот Дима потес написал. Я у него сегодня ночую, сука. Не жалею его, чувак. Пусть работает. Пусть уберется дома. А то уже две сосиски съел. А потом изнасилую его. Ну, блин, ну ничего себе, Рамыч, я от тебя такого не ожидал. Ты же взрослый мужчина. Это подросток. Пожалей его. О, ну все, доната на дошке. Смотри, Антоша, целую Вовочка в щеку. Донат 100 рублей, чтобы ты меня в щеку поцеловал. Иди сюда. Иди сюда. А Ефима ты бесплатно целовал в губы засосом? Не понял? Я что, хуже Ефима, что ли? Ты охуел? Люди донатят, блядь, а ты не хочешь выполнять. Надо начинать с чего-то. Опа, он встал, подожди, он встал. Банк открытия. Цензура была, так что, да? Не увидели? Слава богу. Мать заругает. Смотрите, кто идет. Noize MC из космоса. Полина, а это Noize MC? Noize MC, конечно. Блять, наконец-то. Будете анекдоты рассказывать. Почему у тебя дома никого нет? Здравствуйте. Здравия желаю. Я пришел, столько солнца село. Вы откуда? С Марса? Давайте к костру. Температура низкая. Жарко в скафандре. Жарко. Ну, Данил, как завтрак пошел. Не знаю,
Антон, сосиски на те. Смотри, вопрос. Володя, у тебя такие клевые работы. Прикольный трафарет ты делаешь. Не думал стрит-артом заниматься. Лучше бы ты 100 рублей задонатил, ей-богу. Главное, подумай, да. Может, увлечешься. Смотри, смотри. Рыжий дезертировать вздумал. Антон, мы видим тебя. Алёха, да-да. Да-да, я Миш Павёнов, да, никому я не дам слушать. Мне там сказали домой идти, я пошел. Что? Короче, у Антона там открыт стрим, и он пишет, что Антон хороший в чат. Находчивый молодой человек, да-да. А как иначе? Это на что, еще соточку задонатить? На сборник анекдотов от Нойза задонатили 100 рублей. О, спасибо. Ладно, расскажу. Товарищ майор, не свети, товарищ майор. Играют в поле чудес прапорщик, майор и полковник. Ведущий загадывает, значит. Музыкальный инструмент. 7 букв. Первый отвечает прапорщик, крутит барабан такой, говорит, буква А. Якубович такой, нет такой буквы. Кот переходит к майору, майор крутит барабан такой, буква Б. Якубович, нет такой буквы. Следующий товарищ полковник крутит барабан такой. Леонид Аркадьевич, вы извините этих двух тупых, они же не понимают ничего. Я назову слово сразу. Барабан. Блядь. Жестко. Это хуё, это для разминочки, нет. Потом будет. Можно сделать обзор на рюкзак Антона? Давайте. Какие у него значки? Смотри, значит, лентяй, а с другой стороны король и шут. Лентяй. Вот он. Видно, да? Король и шут. А что еще? Что-то про суицид, там лучше это не на стриме не показывать. Хотите, вы внутрь заглянем за 500 рублей? Или бесплатно? Антон, что у тебя в портфеле? То, что тебе не нужно знать. А мы его сейчас знаем. Давай, доставай. Что там? Антон, давай, выкладывай, что у тебя там есть. У нас есть... Шикарнейший пенал, который со мной с 4 класса школы, не с школы 18. Сожгем. За 500 рублей сжигаем, да? Так, за 500 рублей сожгем, давай. Не-не, без 500 рублей. Там внутри пенала. Без 500 рублей? Находится. Давай без 500. Сейчас мы узнаем. Там самокрутки, да? Карандашики. Виста артиста. Охуенная, как бы, компания. Мне подарили эти карандаши на конкурс Федоскин. Не душни, давай. Дальше уже неинтересно. Все, дальше давай. Одни карандаши, понятно. Да. Там в следующем ластик есть. О, нихуя себе. Ничего себе. С этим, со слоником? Если бы. Так, у нас есть нож, как у Рамы. Ну, только другого цвета. У нас есть... Охуенные стаканчики, блядь. У тебя был нож, и ты все это время молчал? Вот. Чё? У нас есть... Блядь, что за монпансье, блядь? Это бумажечки для самокрутки. Смотрите, все в контейнер, все разложено, не валяется. Конечно. Ростовская школа. Это просто мне дали. Так, что-то... О, там одна самокруточка есть. Давай дальше показывай, что есть. Да, все понятно. Самокруточка есть, говорит. Самокрутку, ну, самокруточку мы сейчас отберем все. Давай. Есть. О, магнитики есть. Смотрите, пацаны. А в маленьких карманчиках? В Питере был летом охуенно. Питер классный город. Поддерживаю. Люди там классные, кстати. Кнопочки для бумажек, чтобы закреплять бумагу в дерево. Да. Билет на Исаакиевский собор. Это какой-то огрызок от журнала. Блин, потому что он с лета. Показывай в камеру, там нихуя не видно. Всем, наверное, очень интересно. Да. Был там? Нет, просто так. Он с помойки вытащил просто билет. Я и не удивлюсь, на самом деле. Опа, а ну-ка нахуй. А вот это уже интересно. Это от резиновой женщины, смотрите. Сколько раз делаешь? Хуй знает. Раз, два, три. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Давай на следующую 10. Ты отдай, отдай обратно Антону. Блин. Раз, два. Дима, отдай обратно Антону. 6, 7, 8, 9, 10. Нормально, нормально. Сильный парень. Да, блядь, он легкий. Я наверное, он сколько усилий напрягал, он же лицо напрягал. Как он, когда он... А я не снимал. Что дальше? Давай, давай дальше. До Дилда доберемся, нет? Не-не-не, Дилда не будет сегодня. Так, а маленький карман? А что-нибудь хочешь еще? Вещей какие-то. О, крылашка есть. Покажи. Ну не тряси ее. Из дома. Ей пиздец как много лет, мне кажется, больше, чем тебе, Володь. А что ты ее с собой носишь-то? Так мне надо было банку открыть, вот я открыл. А что в банке было? Сок. Спроси, какой. Ну все, короче, понятно с тобой. Вот браслетик. Настоящий мужской. Со звездочкой, со стразиками. Да, с анальным шариком. Ебать. А, кстати, блядь. Засними. Это не мои. Это мои. Знаете, откуда это? Это Володин браслетик. Я это его мой браслетик? Спиздил. Блядь, гони на родину. А его подарил... Гони на родину. Я тебе два раза уже говорил. Еще хочу. Скажи третий, я отдай его. Давай, 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 снимай, снимай, ёб твою мать, мне ее подарили. Смотрите, смотрите, тут еще значки. Потом есть, снимем офигенно. Сами. Этот значок с Игромира бесплатно нам. Ну, бесплатно я его взял, короче, когда на Игромир будет. Это лентяй. Да все, не душни, давай открывай дальше. Давай все, браслет все, возвращай. Там трусы. Давай. Да, о, ну тут трусы, да. С чем хотя бы? Скажи так. Смотрите, человек признался в воровстве и не возвращает на место вещь, которая мне принадлежит. Кто? Я? Да. Ни в коем случае такого не говорил. Фарш. Навалите анекдотик. Ладно. Заходит Заика в бар. Подходит к бармену. Здравствуйте, у вас пиво холодное? Бармен такой, холодное. А налейте мне стаканчик. Бармен наливает, такой, пожалуйста. Заика берет, только отходит, заходит следующий чувак, бармен опять подходит, говорит, здрасте, у вас пиво холодное? Бармен, холодное. Говорит, а налейте пару стаканчиков мне, пожалуйста. Бармен наливает, такой, пожалуйста. Заика такой обратно подходит, говорит, это ты типа подколол меня, да? Бармен, дурак, это его подколол. Класс. Котируешь? Прощаем. Спасибо. Анекдот. В студию. Да. Сделаешь мне небольшую скруточку с соусом? Скруточку с сосисончиком. Смотрите, вот так берем. Шеф-повар от бога просто. Ну, ну ё-моё, ну. Берем, берем сосисочку. Обкручиваем ее. Смотрите, 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 как получается. А соус куда пойдет? Соус будешь макать, нет? А куда? Ну, хочешь, хочешь, я тебе макну один раз побольше. Все, вот. Смотрите, сосиска. Это лучше самокрутки. Смотрите, а теперь смотрите, самый главный трюк. Видели, какое горлышко? Вот, смотрите. И она ровно, ровно в это горлышко влезает. Давай, наливай. В, ну, в, на нее прям. Не, подожди, прям засунь так, чтобы она из соуса вся была. Ты там потом это должен на себя. Это какое-то извращение уже на стриме, смотрите. Directed by... Давай, давай только и сам будешь себе в рот ее пихать. Я буду актером, ты сценаристом, режиссером. Автор блюда гений. Сейчас обращаться. Ребята, следующий буллинг, когда следующий стрим? Обязательно. Его побулили. Ну да. Так, ну ладно, давайте потихонечку прощаться. Вот сейчас Рамыч пару слов скажет вам в напутствие. Товарищи, если, им скажешь? Если пойдете в лес, на костер возьмите обязательно нож и топор. А там меня еще возьмите. Антошку, Антошку не берите. Берите его ради буллинга, чисто похохотать. Ну да, если так, только так, знаешь, как петрушка такая, что ли. Ладно, друзья, давайте, короче, прощаться. Думаю, что вам понравилось, все дела, типа, ждите видос в четверг. До свидания.